Всем привет! Все? С арахисом? Всем привет, ребят! С вами я, Кира Найт. Сегодня мы что-то решили выбраться в Табриз. У нас тут построили, а я даже ни разу не сняла вам обзорчик. Вот. Ну, Табриз, сами знаете, да, подороже перекрестка. Ну, прикольный магазин, блин. И знаете, что самое ужасное? Что самое ужасное? Там есть... Там есть устрицы, блин, это вот просто они жестоко поступили. Эх, ну сейчас посмотрим, идем. Ну, вообще не надо ни умножать, ни разделять. Так, вот у нас тут такой Табриз, здоровенный магазин. Слушайте, как Красная площадь у нас, торговый центр очень большой, там есть и кулинария своя. В общем, и кафешечки, и так далее. Так что сейчас посмотрим, зайдем, что там есть. Ну, его долго строили, сколько? Года 3, наверное, да? Что я не буду снимать? Так, а что, где огурцы? Вот огурцы. 139. 139 огурцы. Вот эти сколько? 139. Непонятно. Это за подложку 139 или что? 700 грамм. Эти вот патиссоны. Сказали, это очень вкусно. Патиссоны по-астрахански. Ну, блин, 265 рублей. 265 рублей. Очень дорого. Попробовать что ли взять? Ну ладно, возьму. Сказали, очень-очень вкусно. А, я думала, это лапша. А я думала, это чай вообще. А, это типа это. А, ну все понятно, тут все для суши и так далее. А тут что сразу? А, нет, это листья просто. Какая-то фигня, какой только нет фигни. Кстати, пробовала каперсы, вообще херня. Тут какие-то с солью. Никогда не покупайте, ну нафиг оно надо. О, слушайте, трюфели в масле. Трюфели, ребята, трюфели. Сколько стоит? 729 рублей. Но это еще не космическая цена, конечно. Трюфели. Я ни разу не видела трюфели. Офигеть. А это что? А, это приправа. Трюфель. Че только нету. Че только нету. О, как дошик, лапшичка. Нихера себе, 319 рублей. Я лучше дошика поем, чё? Тут дошик убрали. Убрали дошик? Да, я помню. А я такой еще. Кажется, самая стандартная, это вот эта синенькая. Нет, она вкусная. Это что такое вкусное? 95 рублей. Блин, слишком дорого. Эти всякие бутылочки, ребят. Блин, какие они прикольные. Что это такое? Мандарин. Ну, это как, я же тебе сказала, это как Швепса. Блу агава. Блин. Это кто это, не знаешь? Ой, я не знаю, что это. Вон Халк есть. Какое вкусное. Кто? Вон Капитан Америка. Блин, ну пипец, конечно, цены. Я вообще, что за что вот это? Что это такое? Блэк кофе. Ё-моё. Чего только нету. 157 рублей. Вот это вы тоже пробовали? Вот такую, да? И... Ну, не знаю, для меня обычная газировка, я тогда попробовала. Сок. И вот такое это.
томатная паста. Кубаночка. Сок гранат. Ну, гранатовый сок, это, конечно, не натуральный, потому что он столько не стоит, он будет стоить дороже в разы. Это же натуральные сока, типа. Ну, ладно. Блин, ну, вот что-то, мне кажется... Я, кстати, ни разу не пробовала кокосовый этот сок, имбирь. А вот такие штучки видела, в аптеках продают. Водичка в коробке. Ну, это очень все странно. Не, ну надо же поснимать. Ай, ребята, ну как можно вот так вот надо мной издеваться? Так, устрицы живые 20 грамм, а это вот все вот маленькие, 99 рублей, да? Эти большие, походу, 350 одна. Блин, ну посмотрите, они вкусные. Ну, ё-моё, как я хочу, то, что 9 рублей штука. Блин, эти 99, а, ну это маленькие, которые. Эти 350 рублей одна штучка. Блин. Это, конечно, слабость моя. Ну ладно, чё, пойдемте. 350 рублей. О, какие рыбки. Может, вы рыбу хотите? Рыбу не хотите? Точно? Ну, такие вот цены, ребят. Эти мидии есть. Но они на рынке будут подешевле стоить. Так, ну что, ребятки, давайте попробуем эти патиссоны. Так, если они не вкусные, я отправлю почтой. Почтой отправлю обратно. Серьезно. Не, ну если разумно ходить, да, в такие дорогие магазины, ну, нормально, если разумно, если думать, да, что покупаешь, они все хватать, там, сами видели, да, сколько вкусняшек всяких. Вот пельмени, например, сегодня буду обжираться. Я сегодня, подождите, сегодня уже вторник, я вчера хотела сесть на диету. Ну ладно, со следующего понедельника... А, кстати, я же вам еще не рассказала про еще одну работу, короче, устроилась. Ну, в общем, сейчас я сначала попробую патиссоны, вот эти вот, вот это попробуем. Так, что-то, Вероника, ты что взяла? Йогурт? Растишка. О, а там какая-то приколюшка есть. Нет? Какая-то приколюшка есть. Так, йогурт какой-то, не знаю, какой-то новый. Такой не видела у нас в магнитах. Даниссимо. Брауни, микс с шоколадом, малиновым вкусом. Так. Ну, в общем, чё, ничего не купили, но денег потратили до хера, ни на что. И это я, которая говорит, что надо тратить разумно. Вот чай какой-то, кстати, дешевый. Купили краснодарский чай. Что там делом сделан? Ну, у нас должен быть, да, город Краснодар. А, ну и все. Давайте попробуем эти патиссоны. Что-то как-то они воняют, невкусно. Как-то я не знаю, что там. Да, зачем вилку я взяла? Что за херня это такая? Ну фу! Вика, передай, что это отвратительно просто! Нахера я купила? Ребят, и снова, ребят, всем привет! Какой сегодня день, я, честно, уже не знаю. Сходила сейчас в магазин, кое-что купила для Видюшки. Будем с вами вместе готовить, наверное, через видео, да. Вот, хотела сесть на диету, начать с понедельника, как обычно это делаю, да, простите, что я в очках, ну, я просто не хочу сейчас показывать свои глаза, вот, хотела сесть на диету с понедельника, но что-то пошло не по плану, в связи с этими вот со всеми событиями я решила, все-таки мне будут нужны силы,
нужны силы, знаете, на что? Чтобы забивать хуй, да. Вот. Я сейчас учусь забивать хуй. Ну, в принципе, у меня это пока очень хорошо получается, поэтому вот, забивать хуй. Вот, для этого мне нужны силы, и я не вижу смысла вообще ни в какой диете. Ну, может, конечно, я через время отойду, да, и захочу, опять-таки же, привести себя в порядок, а сейчас не хочу. Сейчас не хочу, у меня прям, вот знаете, какое-то отторжение вот этого, да, произошло, какая-то вот у меня появилась неприязнь вот это вот к мужчинам, я не знаю, ну прям настолько вот сильно меня все это оттолкнуло, со мной и так было сложно познакомиться, потому что, ну, я боюсь отношений, да, я боюсь вступать в них, боюсь разочаровываться, потому что очень много раз кидали меня, ну и тут, конечно, пошло все по плану, так сказать, все хорошо, вот, и, блин, и так, да, я боялась, но, опять-таки же, блядь, наступила на те же грабли, опять-таки же, пошла на эти отношения, нахера, не понимаю, не знаю, хотя я очень сильно сомневалась, очень сильно вот это вот не подпускала, но, блин, вот что-то вот так случилось. И, короче, что-то я говорю, все, вот, буду забивать хуй на все и на всех, вот и все. И так жить будет намного легче. Вообще никто ничего не стоит. Так что, я очень злая. Я очень злая. Кстати, хочу сказать тем, кто злорадствует, да, вы мне уже понаписали, вы, конечно, тоже большие молодцы, да, но хочу вас немножечко огорчить. Если вы думаете, что, ну, мне не с кем будет развлечься, вы очень сильно ошибаетесь. Вот. Поэтому для одноразового развлечения всегда у меня есть человек на подхвате, поэтому все нормально. Не, ну если честно, ребят, спасибо вам огромное за поддержку, это просто я реально, я сейчас в таком состоянии, я злая, да. Мне вообще лучше не подходить и ничего мне не говорить, потому что я запросто могу послать. Но на самом деле, ребят, спасибо вам огромное за поддержку, вы прям вот честно, вот кто там пишет в комментарии на ютубе, да, вот, блин, ну, вы мои самые хорошие, вы мои самые любимые, спасибо вам за такую поддержку. Все, ребят, давайте, а то я сейчас буду плакать. Опять, блядь. Так, ну все. Я думаю, следующие видюшки будут уже нормальные, спокойные, все отлягет, и поэтому чики-пуки все будет. Все, люблю вас. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. С вами была я, Кира Найт. Муа.